90 лет исполнилось жительнице Томилина Екатерине Анисимовой. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 11 лет. Она помогала маме вести хозяйство и кормить семью. Свой юбилей долгожительница провела за столом в кругу семьи. Поздравил Екатерину Иванову и глава округа Владимир Ружицкий. Звон фарфорового сервиза и ароматы свежей выпечки встретили гостей торжества. Семья подготовила большой праздник для любимой бабушки. В день рождения Екатерина Ивановна принимала поздравления от близких и чего совсем не ждала, так это визита Владимира Ружицкого. Здравствуйте, дорогая Екатерина. Это вот такие вам цветы, вам здоровья, конечно. Спасибо, спасибо. Ну дай Бог, конечно, вы уже в таком хорошем возрасте. Письмо из Кремля от губернатора Московской области и полезные для хозяйки подарки принесли почетные гости в честь 90-летия. Екатерина Ивановна – хранительница очага. С мужем прожила 50 лет, воспитала двоих детей и столько же внуков. Екатерина Ивановна точно знает, как прожить долгую, а главное – счастливую жизнь. Все вместе. Как-то друг друг, ну и поспорит, и все, и делает. А так опять все вместе. Чего делать? Опять все вместе. И сын, и сноха, и зять. Праздники. Я пироги пекла. Всегда. Вот. И сейчас вот я не могу, не могу. Семья с Екатериной Анисимовой всегда рядом. Когда-то бабушка каждый день радовала домашних своей стряпнёй. Сегодня ее кулинарным рецептом учится даже зять, а секреты гостеприимства перенимают все ее родные. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.